Сотрудница управления МВД по городу Владимиру Наталья Кострюкова – самая меткая женщина-полицейский регион. Она стала обладательницей золотых медалей за победу в двух этапах областного чемпионата по стрельбе. Соревнования прошли в Муроме, в них приняли участие более 100 полицейских. Упражнение – скоростная стрельба по мишеням с перемещением из исходного к огневому рубежа. Задача – за 20 секунд произвести серию выстрелов, поразив заданное количество мишеней. Среди мужчин – победа за полицейскими из Владимира Евгением Козловым и из Мурома Александром Мелешиным.